вот у меня рабочий процесс начинается. Уже мерку я себе определила. Вот беру вот два ведра, у меня идет в один мешок. Это уже норма, замерено, все сделано. Закладываю, значит, в обычный полиэтиленовый мешок. Да. Значит, сюда же кладу биоактиватор, вот который нам привозит, вот Виктор Михайлович. Тоже есть специальный уже у меня стаканчик мерный. Все это укладывается в мешок. Вот, вот в этот мешок все укладывается, завязывается. Я все это перемешиваю, допустим, да? Вот эти мешки потом я несу. Уже готовые мешки засыпанные. Вот. Закладываю в эту ванну. Сейчас просто грубо. Вот так вот. У меня эта ванна помещает, допустим, 9 мешков. Вот сюда я, значит, закладываю 9 мешков. Так. Потом из бани беру кипяток, проливаю все кипятком. Закрываю целлофаном и оставляю на 2,5 часа. И вот после этого, значит, после 2,5 часов все это вытаскиваю, значит, в наш предбанник. 12,5 часов эти мешки мы, значит, для того, чтобы вода стекла с них. Через 12,5 часов, значит, содержимое с этих мешков уже мы закладываем специальные целлофановые мешки. Это специально подготовленные стеллажи уже для хранения, для грибов, для наших блоков. Вот уже заготовлены готовые блоки. Вот. Здесь они созревают? Здесь созревают. 21 день эти блоки здесь стоят и созревают. Через 21 день, пожалуйста, появляются грибы. Мы уже через это прошли. Бросать не собираемся. Бросать не собираемся. Да, понравилось. Сколько у вас здесь размещается в этом подвале блоков? 160 блоков. Вот идите сюда, пожалуйста. Вот снимайте. На жареху еще набирается. Да, на жареху набирается практически. Да. Вот. Да. Вот, пожалуйста, вам вот. Чтобы люди видели, что это вот. Можно с той стороны будет зайти, обойти. Там лучше пройти. Вот сейчас это все снимите. Вот. С урожаем. С урожаем. Поднос есть, урожай есть. Вот они, пожалуйста, лезут еще до сих пор. Вот они. Вот. Старые уже. Старые, да, февральские. Февраль, март, апрель. Это февральские еще? Да. Вот в марте мы начали работать. Вот мы ничего не выбрасывали, у нас выбросов нет. Вот все здесь. Просто для себя стали тоже для эксперимента, для практики. Вот с февраля месяц, вот мартовский, март, апрель, май, июнь, июль, август, уже сколько? Больше полгода. Вот они стоят. Не стал выбрасывать. Место есть, думаю. Ну а что? Пусть стоят, посмотрим. Сегодня тетка мне пришла и говорит, вообще интересно очень, конечно, интересно. Как положено, если у меня работа такая, допустим, пунктуальная, я привыкла работать по правилам. Допустим, положено вовремя телеграмму передать, я ее передам. Положено что-то вовремя на работу прийти. Вот я хожу от станка к станку, да, и вот с этими грибами, если задумал заниматься, то нужно к ним относиться очень серьезно. А не так там взял, вырос тут, ладно, сделал, ладно. Вот, это к этому нужно очень серьезно относиться. Вот, начала заниматься грибами, потом посмотрела и говорю, за 12 рублей 3-литровую банку молока я сдаю. Думаю, нет, я уже от коровы отказалась. Возможно, такая, появилась, что пришлось избавиться от коровы. Теперь я корову не хочу заводить, не хочу заниматься навозом. Это работа. Да, чалить навоз висит под село, сено, не хочу, нет. Я лучше буду заниматься грибами. Муж сказал, корову мне не надо, я буду лучше заниматься грибами. Прибыльное дело, да, для меня это вот большое подспорье. Такое же дело, и нельзя на самотек это пускать. Вот что, все должно быть под контролем. Единственное, что взял, вот, допустим, ладно, сегодня не схожу, завтра не схожу. Было такое, раз думала, ладно, вроде маленькие были, не пошла собирать утром. В обед пришла, там, милый мой. Нет, нельзя ни в коем случае.